биржи ММВБ больше не существует. Я совсем недавно об этом узнал. Мы всю жизнь уже привыкли, что курс доллара определяется, курс доллара по торгам на ММВБ. Больше этого не будет. Мы привыкли, что есть индекс ММВБ. Его больше нет. Что случилось? Дело в том, что ММВБ – это московская межбанковская валютная биржа. Так переводится ММВБ. Но и она организовалась еще в начале 90-х, и тогда это действительно была московская межбанковская валютная биржа. То есть эта биржа была создана изначально для торговли валютой, и на этой бирже банки покупали-продавали валюту у Центробанка и у экспортеров, и действительно там определялся курс валюты. Но постепенно все менялось, и сейчас уже там уже далеко не только банки, уже могут и любые юридические организации, и любые даже физические лица могут быть на бирже. Кроме того, ну, по-прежнему, конечно, на бирже большую часть занимают валютные торги, но не только. Там акции, облигации, фьючерсы, опционы и прочее, и прочее, и прочее. И, ну, в конце концов, просто назрела необходимость о том, что название просто не соответствует действительности. И поэтому вот недавно биржу ММВБ решили таки переименовать. И сейчас уже биржа ММВБ не существует, а существует просто московская биржа. Мосбиржа. Вот. Ну, простые граждане наверняка этого просто даже не заметили. Вы наверняка не заметили, что когда вы смотрите там на РБК, курс доллара по ЦБ или там курс доллара уже не на ММВБ, а просто на Мосбирже. И все. Вот. Ну, а чем это, как это отразилось на жизни тех, кто торгует на бирже, вот на моей жизни, например, да, я недавно начал искать, как я это заметил, просто индекс ММВБ посмотреть, чему он равен и вообще, что туда входит. И обнаружил, что индекса ММВБ не существует. Вот так. То есть я его нашел, а в стакане пусто, торгов нет. Я думаю, что-то случилось, что ли, и вообще что-то. Потом начал выяснять, и вот выяснил, что, оказывается, индекс ММВБ, он был, вот, история есть, а сейчас он не существует, и сообщение было об этом даже, я просто пропустил его. А индекс ММВБ стал называться индексом Мосбиржи, и поменялось название. Московская биржа – это Мосбиржа, и, соответственно, индекс стал ИМОЭКС, был МИСЭКС, я вот смотрел на английском аббревиатура Moscow Interbank Currency Exchange, то сейчас это МОЭКС, Moscow Exchange, больше ничего. Вот, и поэтому не ищите инструмент индекса ММВБ, его не существует сейчас, а ищите инструмент индекс Мосбиржи или ИМОЭКС. Ну, собственно говоря, а что вы ожидали услышать после слов, что биржа не существует? Ну, наверное, некоторые говорят, а это биржа, спекулянты и прочее, прочее. Нет, ничего подобного. Биржа существует, просто она поменяла название. Я надеюсь, что не напугал вас сильно. Спасибо за внимание. Оставайтесь на канале. С вами был Демитков Юрий.